Лекси, привет! Вы канале Тёбик. И решили, что сегодня сад играл. И решили, что сегодня сад посмотрит топ-5 симуляторов на телефон. И наш поезд отправляется. И, конечно, мы с вами будем узнавать топ-5 игр от Метрополитена. Наш поезд отправился. И мы будем с вами переходить к играм. На 5-м месте у нас с вами располагается игра симулятор московского метро 2D. Ну, именно, что эта игра очень хорошая. Тут, да, много составов, много линий тут, даже тут вообще. Погода есть, конечно, но погода тут и так. Да, конечно, тут есть на любые линии. Мы сам попадем на АПЛ, например, на Русичи. Да, потому что мы с вами узнаем тут 5 симуляторов. Да, поэтому мы будем с вами кататься. Мы только доедем до Щелковской и вернемся, и у нас будет 4-е место. Так, симулятор московского метро 2D — эта игра поинтереснее, потому что здесь вот есть управление реальной жизнью, как у поездов. И тут много есть настроить информатор, тут можем. Ну да, это потому что эта игра лучше всех. Да потому что эту игру я выставляю 10 из 10, потому что тут очень классное управление, много составов тут, потому что тут все реальной жизни, конечно, ну да, все реальной жизни, даже тут Руси человек, и тут есть тормоза, все есть в этой игре, ну даже тут скоро добавится управление с СВ, есть ЛСРС. Ну да, скоро должна сделать управление с СВ, конечно, но у меня такого нет. Ну да, эта игра лучше всех, осторожно, потому что в этой игре есть лучшие информаторы. Есть английская озвучка. Ну да, но только пасхалка была на станции улица Дмитриевского. Ну да, очень красивый состав, и тут все составы реальной жизни. Переходим к 4-му месту нашему итогу. А 4-я у нас с вами игра — это симулятор ленинградского метро 2D. Но эта игра тоже лучше, потому что эта игра такая уж тут. Да, потому что тут мало линий, мало составов тут. Эта игра тоже, потому что это такая же игра из жанра симулятора московского метро 2D, только тут у нас может покататься по НВЛ, на номерном. Ну, конечно, что этот у нас с вами покататься мы можем тут на разных линиях. Потому что тут есть только настройки игры, потому что тут у нас с вами иногда информатор на ходу. Да поэтому тут на мины такое уж тут себе просторно, потому что тут нету такие... Потому что эту я игру ставлю из 8 из 10, потому что тут информатор на ходу работает. И даже по составах тут нету тут даже... Московско-Петроградской, Фрунзенско-Приморской линии. Потому что в этой игре тут немножечко станции такие уж тут, как реальности. Нету тут. И вот такая у нас игра, конечно. Но информатор тут по-старинному на этой линии. Но ППЛ лучше было поновее. Тут без английской озвучки. А тут вообще... Осторожно. Стой, да, пауза. Двери закрываются. Следующая станция — Обухово. Да. Железнодорожная станция Обухово. Ну, и так же, как и снято московского метро 2D, только здесь пустыновато. Ну, здесь резервное управление, как в этой игре. Да, конечно, эта игра тоже поинтереснее, потому что я ее ставлю 8 из 10. Мы переходим уже к 3-му месту нашему итогу. На 3-м месте у нас располагается игра «Поезд метро 2D». Но тут есть только 4 линии и мало... Тут мало линий и составы такой. Ну, это я игру, потому что тут звуки. Мы с тобой покатались тоже по 3-й кольцевой линии. На составе «Новогодний ежик». Ну, конечно, что можно покататься по КР, конечно. Да, вот такой реалистичный состав. Звуки тут такие, другие тут составов. Да, эту игру я оставлю, потому что здесь вот есть реалистичные звуки, старый информатор, стоят на светофорах, тут зачем. Если я вам сейчас покажу, какая есть пасхалка на самом деле. Ну да, конечно, тут этот новогодний ежик реальной жизни, потому что тут можно разгоняться как хочешь. Никак уж это симулятор московского метро 2D.
Ну, тут есть много линий, станции тут уже туристичные. Станция Курская. Тут информатор старый, потому что в этой игре не лучше, потому что это я его ставлю 5 из 10. Потому что эта игра намного интереснее, чем я думал. Тут такие, думайте, что такие составы новогодние ходили только зимой. Ну, помню, есть такой канал Посольство 11, который этот канал записывает один раз после метро 2D. Так? Да, поехали уже на станцию. Да, вот это у нас такая игра после метро 2D. Да, конечно, тут станции такие похожи тут. Они все какие-то тут. Разработчики сделали реальной жизни. Такой себе. Осторожно. Информатор по-старинному тут какой-то. Следующая станция Таганская. Иногда в этой игре даже люди орут. И даже можно вот пасхалка такая, что здесь можно сделать вот такой информатор. Ну да. Ну такая игра странноватая здесь немножечко. Ну, если поешь ты до 70 км в час, то будет плохо. То даже поезд тормозит. Ну, переходим на второе место нашему этот. На втором месте у нас располагается игра Roblox. Но у него метро здесь, конечно, лучше, потому что тут метро, станции тут разные. Так, станции такая L. Но потому что эта игра лучше всех, потому что эту игру я ставлю 10 из 10. Конечно, тут реалистичные составы ежики, которые можно даже полюбоваться этими составами. Тут есть станция реальной жизни, состав ежик, который он самый старинный состав московского метро. И тут можно покататься с друзьями, если вы тут захотите. Подождать поезд можно с помощью платформ. И вот есть такая игра, которая это называется, она под названием Roblox. Ну, потому что эта игра лучше, потому что эта игра тут уже поинтереснее. Много составов здесь, конечно. И вот тут есть еще одна из самых страшных, что здесь? Это турникеты, потому что эта игра тоже лучше всех, потому что на нем составы тут очень большие и очень много подвижных составов. Но если ты упадешь сюда, вот, например, толкнешься, можно даже об поезд треснуться. Только так попробуем. Только там надо копать пак-то вот сюда. Давай-ка мы попадем от поезда. Только не тетка. Давай-ка мы сядем с вами вот сюда. Попадем вот тут с вами. И здесь есть такая вот из самых смешных пасхалок этой игры. Пока тут составов ни одного нету. Их очень много на самом деле. Но есть такой баг, который здесь вы увидите сейчас. Вы увидите баг. Если тут поезд какой-то едет, вы идете вот так. Вы идете вот так вот, успеете упасть под поезд. Вот так перепрыгнуть можно. Ах, я как так перепрыгнул вообще. Это было классно. Правда, нет? Давай-ка мы сядем в самый первый вагончик или в самый последний. Только нам надо успеть как-то в этот вагон сесть. Но если не успею, значит я сяду в первый-то этот вагон. Давайте все сядем, давайте, скорее, скорее. Так, вы успели. Давай-ка мы сами перейдем вот на ту сторону, конечно. Ну, тут мне туда нельзя. Тут. Потому что здесь можно даже ключ открыть. И вот тут пока много пассажиров. Но пасхалки здесь можно даже посидеть, блин. Эх, я посидеть могу. Ну вот, эта игра лучше всех. Она ставится из 10 из 9. Ну да, потому что тут не красиво, что на перегоне здесь вот не освещает. Но я эту игру ставлю 9 из 10. Мы переходим уже на первое место нашему итоге. А на 10 месте я... На 5 месте я ставлю игру HimSim 2. Эта игра интересная, но потому что тут нету линии, как московское метро. Но эта игра тоже поинтереснее HimSim. Потому что здесь вот тоже много линий тут. И подвижных составов тут, конечно, тоже маловато здесь. И потому что здесь есть такая пасхалка. Что здесь можно двери даже закрыть на ремонтик.
Да, вот тут нереалистичные станции, станции японские тут какие-то, тут все станции какие-то тут странноваты здесь. Да, конечно, тут такие станции, тут даже информатор не говорит. Да, конечно, вот тут такие станции нереалистичные здесь. Даже тут итоги кадра здесь не говорят. И потому что тут есть такая камера, на которой здесь можно полюбоваться поездом. Ну, потому что эта игра не лучше, потому что она тут станции пользует. Но эту я игру ставлю 8 из 10, потому что тут станции японские здесь, вот, конечно. Но пару здесь что? Это перегоны. Но они красивые такие, здесь можно даже полюбоваться трафиком. Они тут самостоятельно ездят. Если выключишь трафик, он будет ехать. А ты должен трафик отключить, и так он точно может перевернуться на любой кадр. Это самый состав, который его назвали в честь 50-летия октября гордости. Можно даже на поверхность подняться, но это хорошо, что тут есть поверхности. И можно попасть мы на любую красоту. Например, вот мы попали на поверхность, которая вот тут с вами может 100 подвижных составов. Вот тут мы можем установить единственный метромост, вот тут муж, который он тут будет кататься на поезда на разных линиях. И, конечно, это что интересного нету здесь, это баги. Количество их много, 55 штук. А квестенс, которая эта игра тут не была такая уж 5 лет, потому что здесь есть трафиковые поезда. Их очень много, этих трафиков-то. Их намного лучше, чем кажется, но тут трафик можно даже отправиться со станции. Да, трафик хороший, но то есть у станции какие-то тут странноваты. И тут можно попасть на разные станции, потому что тут можно попасть на любую станцию. И озвучка, тут какая-то странная озвучка здесь, потому что тут надо как-то постановато сделать. Потом мы с вами до этого итоги у нас конец. Ну вот мы с вами сейчас попрощаемся. И так и сегодня мы с вами посмотрели топ 5 симуляторов на телефон. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за 3 секунды. 3, 2, 1. Мы прикольно чумайка. До свидания. Пока. 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 До свидания. И всем пока!